Запуск новой газозаправочной станции для токмакчан – событие особое, ведь в городе метан используют свыше 2000 автовладельцев. Свой выбор местные водители аргументируют тем, что газомоторное топливо дешевле и экологичнее традиционных горюче-смазочных материалов. Да, раньше старая заправка была, мы постоянно по очереди вставали, да? Вроде нормально было, но как старая заправка на Советского Союза с 89 года, и получается, она все время ломалась. Все по-другому было, потому что кривая дорога, где-то надо было реки обижать. Тут все хорошо, даст Бог, будет нормально, кажется. Внутри, говорят, откроют магазин, тоже хорошо будет, потому что негде воду пить, в жару стоим здесь. Ну, очередь не будет, будет намного легче, нам кажется. Но вы довольны тем, что... Да. Это для нас очень большое, мне кажется, преимущество будет, потому что в целом Токмак – это город в основном таксистов и жидов, которые работают. И многие еще зарабатывают на этом, большинство населения. И нам будет очень легче быстрее заправляться, больше работы, больше денег, соответственно. «Газпром Кыргызстан» полностью реконструировал метановую заправку, которая эксплуатировалась с 1989 года. На новой АГНКС удвоена мощность, заметно улучшилась скорость обслуживания. На старой станции было всего два газака и два заправочных рукава, а на новой станции уже три газозаправочных колонок и шесть заправочных рукавов. По времени заправки на старой станции мы заправляли в час примерно 20-25 машин. На новой же станции мы заправляем в час более 60 машин. Поэтому скорость заправки была увеличена более чем в 3 раза. Автоматизирован отпуск метана, установлена новая система учета газа. «Газпром Кыргызстан» постаралась учесть все проблемы, существовавшие на старой станции, чтобы в последующем владельцы автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, после каждой заправки метаном оставались довольны сервисом и качеством топлива. В планах компании и дальше развивать рынок компримированного природного газа. Преимущества данного вида топлива неоспоримы и очевидны. Это стоимость, которая больше чем в 2,5 раза ниже традиционных видов топлива, дизельного топлива и бензина. Это энергоэффективность. Октановое число метана 105 единиц, что делает его эффективнее и мощнее любого существующего на рынке топлива. Также метан считается безопасным и экологичным топливом. Он легче воздуха, поэтому при разгерметизации он не скапливается, а улетучивается. В выхлопах газового транспорта нет сажи и соединений серы. Это в 9 раз уменьшает задымление воздуха.